И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И вот мы сейчас переходим к шейно-воротниковой зоне. То есть у нас массаж идет от ягодиц до головы включительно, в отличие от других школ. И если заказывают только шейно-воротниковую зону, да, то, соответственно, тоже мы делаем, ну, как бы не всю спину, а в обычных школах только вот эту часть затрагивают. Она же идет от нижнего угла лопаток до макушки и ушей в том числе. Почему отсюда? Потому что ременные мышцы глубокие, которые вот там к черепу цепляются, они идут под паравертебральными мышцами до 5-6 позвонка, как раз вот на этом уровне, нижней части лопаток. Сейчас сет переходный. Сет номер 0 – это когда мы делали, соответственно, спину. Вот пока мы его вот там закончили, простучали. В этот момент мы говорим, положи руки под лоб. Я еще показываю, как это сделать, потому что бывает, люди иногда не понимают, что это такое под лоб руки или лбом на руки. Кто-то туда спускается вниз, кто-то на кулачки кладет, кто-то сверху кладет, но там каких только случаев не бывает. Иногда прям подсказываю, что сделаю вот такое вот отверстие, да, чтобы лоб не шатался. Так тебе будет как бы даже удобнее, как маленькая подушечка. Итак, друзья, случаи бывают разные. Люди разные, как каждый индивидуальный подход, да. Вот у кого-то может быть и такая складка на шее, да, и вы чувствуете, что вы, ну, что вы там не сможете промассировать. Ну, нормальная шея, бывает укороченная шея, удлиненная. У кого-то там грудная клетка сплющенная, он просто прям прогибается, лежит чуть ли не горлом, не кадыком на стол. Поэтому можно сделать какие вариации. Например, локоть оставляем на месте, а ладони под себя, под грудную клетку туда подсовываю, еще вот туда. Вот, лбом опускается вниз, видите, вот шея растянулась. Удобно так лежать? Да, асимметрично. Да? Вот, если неудобно, да, то можно подложить подушку. Ну, либо вот такую под грудную клетку, помягче, да. Либо побольше прям взять вот такой валик. Давай, подложим под тебя. И прям через него перегибайся. Вот так дышать удобно, да? У кого-то нос бывает большой, упирается, да? Ну вот можно вот так вот, как раз раскрылось все здесь и раскрылось здесь. Пока человека укладываем, да, такой сет номер 0, переходный как бы, да? Поправили там здесь, чтобы мало кто-то там стесняется. И по принципу эргономики не бегаем лишний раз вокруг стола, сразу начинаем вот отсюда. К мышцам подбираемся, которые под черепом, сразу их начинаем разминать. Вот так чередуя пальчики один за другим. Уходим вот сюда. И лимфу спускаем вот туда, под ключицу стараемся. Вторая рука наплывает сверху. Вот туда, поглубже. И вот здесь. Лимфа течет вот туда, по вот этой мышце, грудино-ключичной сердцевидной. И вот туда за ключицу она заходит, поэтому ныряем туда как можно глубже. Далее у нас встречается новый растирающий прием, когда мы инвертируем ладони вот так вот друг на друга, да, и перепонкой вот это вот между большим и указательным пальцем растираем сверху вниз. Обратите внимание, когда мы перешли к шее, у нас все движения уже идут сверху вниз. Если до этого мы гнали кровь, лимфу, мешающую жидкость, все вверх, да, мы повысили человеку давление, когда делали массаж спины, то теперь наша задача все это понизить, и все движения идут в сторону сердца. С левой стороны, ну просто вниз, да, либо к периферии, вот туда сейчас будут все движения такие, то есть сверху вниз растираем сбоку, с одного боку, да, мышцу трапецию продавили, растянули поперек, ну, примерно в трех положениях получается, в трех местах, раз, два, три, и вдоль. С этой стороны тоже растерли. Ну, честно говоря, про эргономику говоря, вот тут удобно, когда мы так делаем, у нас половинка корпуса висит, вернее, стоит, наклонившись, а вторая нога вот болтается, вот отдыхает нога у нас просто напросто. Поперек в трех местах и растянули вдоль. Если у человека болит лопатка, например, над лопаткой вот это вот место, очень часто бывает триггерная зона, да, то, скорее всего, это мышца, поднимающая лопатку, она идет вот сюда,
Значит, подбираемся мы к ней как? Заворачиваем голову на бок и чуть вот подальше, вот так вот мы ее натянули, да? Одной рукой за череп натягиваем, а другой рукой проминаем от центра, от осистых отростков и в бок. Мы ее растягиваем. Это вот на растяжение, а с другой стороны получается на сжатие. Продавили ее. Вот отсюда, вот сюда. Теперь в противоположную сторону. И видите, я положение корпуса не меняю. Я все так же стою. И вот эта мышца вот до уголка лопатки, вот мы ее растягиваем. Видите, она прям натягивается. Проминаем. А с этой стороны на натяжение. На сжатие, вернее. Голову кладем по центру. И выжимка из отработанной зоны, да, выжимаем вот туда, вот лимфу. Пока мы выжимаем, в этот момент обходим вокруг человека, становимся в исходную позу и подачи. И это у нас будет сет номер один. Но об этом в следующем видеоролике. Обязательно подписывайтесь, приходите к нам на наши занятия. Мы вас тут еще и не такому научим. С вами был Олег Алавгуд Гудвин. Хип-хоп, лавлей.